Друзья, в Сан-Франциско никогда не пейте из фонтанчиков. Ну, а в Америке ничего не меняется. Все так же воруют. Сейчас уже пытаются сами работники отвоевывать хоть какой-то товар, не стоять, знаете, не наблюдать за этим. Кошмар. Hey, where are you on the mission? He's like, I ain't gonna let that shit slide. Hey, man, what you gotta say, man? World star? You got some seat for this one? Yes, I do. World star. It's in my hand. I understand. Go, go, go. Come on. Ой, вы посмотрите, тут все в грибах. Мы там проезжали, зеленая трава. И представляете, вот эти грибы белые. Ой, не могу, это поганки ведь. Так, пришли в бассейн, усталость снять. Народ сегодня днем-то тут. Сидят, отдыхают, кто-то загорает. Хотя солнышко-то сегодня вообще нету, можно сказать. Oh, right here. This two right here? Mm-hmm. Друзья, смотрите, как красиво. Чуть не пропустила, курицу ела. Пока курицу ела, тут такая красота. Ладно, Рик мне сказал. Ой, вообще. Потрясающе. Так, придут срубать вот это дерево. Завтра мы пойдем в офис. И вот это у соседей. Все это спилят. Официально. Администрация комьюнити. Сейчас смотрю Юлию Ивлеву. Слушайте, так интересно, конечно, посмотреть. Там написали мне, вот всякую ерунду смотрите, слушайте. Из каждого интервью, из каждого такого неоднозначного человека интересного всегда можете получить что-то полезное. Я все это люблю. Может быть, это где-то меня и не касается, мне кажется. Но всегда что-то для себя можно взять полезное. Поэтому я всем советую смотреть. Если ничего не смотреть, так и как вы развиваться-то будете? Сейчас столько информации. Вот, черпайте, смотрите. Берите что-то для себя полезное. Она там вот сейчас говорит. Сейчас очень такие интересные вещи, говорит, и полезные для многих людей. О гордыне. У нас, правда, очень много людей с гордыней. Попробуй эту гордыню у себя убери. Это, знаете, целый процесс. Не так-то это все и просто. У нее метод, что ли, называется на YouTube. Посмотрите. Передача «Метод». Ну, интересно. Там я смотрела до этого, как она из зала вызывала. И там все так сплетено оказалось. У нее, конечно, дар. Вот это все распутывать. Вообще классно. И вот сегодня смотрю о служении. Очень интересно. Кто-то наверняка себя узнает во всем этом. В хайке мы сегодня видели вот эти растения. И они уже где отцвели, вот эти палки сами падают. Поэтому ничего нам не надо убирать, обрубать. Это все упадет само. И сгниет потом в почве. Так что вот этот вот природный процесс. Все предусмотрено природой. Не надо вмешиваться. Это еще маленькие. Мы сегодня-то шли. Это кошмар. Они просто огромные. Но все уже завядшие.
Я в интернете посмотрела, что это за растения. Фотографию поместила, но не нашла. Так я и не знаю, как они выглядят в цветении. Ничего мне не выпало. Кактусы одни на выпадали, обычные, без вот этих палок. У бассейна сегодня сидели, и представляете, у меня прямо перед лицом, перед носом колибри летали. Их так много сейчас, сезон, видимо. Вот, на воду вот удалить сладкую. И сегодня мы столько животных видели в хайке. Сначала птицы вылетели, всякие разные, из кустов. Прямо такое множество. Мы стояли, ждали, когда они все повылетают. Дальше пошли белки, прыгали, бегали. Потом олень убежал. У них, знаете, у оленей пятая точка белая. Не знаю, почему так природа сделала. Потом кролик с белой точкой пробежал. Почему у них на этом месте белая точка? Потом койота видели. Потом много таких ящериц больших. Черепаху увидели. Одним словом, был зоопарк. Так, ладно, я пошла. Уходить неохота. Все уже садится. И сейчас все потухнет. Экран потухнет. Друзья, вчера я материлась, на велосипеде-то ехала. Говорила, что надо электрический велосипед. Невозможно ездить тут в этом комьюнити. И что вы думаете? Я сегодня опять собралась по этим горам ездить. Потому что я же вчера пришла, с меня пот лил еще, наверное, полчаса после того, как я приехала. И я потом такой кайф получила, что прямо я почувствовала, как с меня килограмм слез. Я думаю, так это ж самое классное на таких горах-то. Хочешь, не хочешь, а надо подниматься домой-то, добраться как-то надо. И поэтому вот упражнения сами собой делаются. Так что я уже сегодня понимаю, что это большой плюс, то, что тут столько гор. Так, проезжаю гольф-поле. И вот сейчас два гольф-поля. Все сняли покрытие, делают реконструкцию. Я посмотрела, это такая работа, вы представляете, трактора снимают всю эту зеленую траву, все переделывают, обновляют. Представляете, сколько это денег? Это интересно, рик или нет? Что-то все так похожи друг на друга, все какие-то высокие, худые. Увидела в ТикТоке, как сохранить бананы, у нас всегда они пропадают. Рик всегда берет, и они все время в черной точке. Никаких мы смузи, никаких коктейлей мы не пьем, все время выбрасываем. И вот эту фольгу намотала. Сегодня третий день. Ну, более-менее состояние, более-менее. Черные точки все равно, конечно, появились. Но для третьего дня, считаю, нормально. Так что, возможно, этот способ работает. Посмотрим.